Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки-ниндзя-легенды. Ну что же, продолжаем биться на лиге. Так, хочу перебраться в лигу мастеров 2 звезды. В данный момент у меня ранг 40-й. И давай посмотрим, кто нам здесь будет выпадать. Джо и Атиф. Я даже не знаю. Ну попробую, наверное, взять Джо. Так, Лео в откате. Твою же налево, купонов у меня нету. Придется драться. Как говорится, кто остался. 68 уровень. Ну что, попробуем. Я не знаю, справятся ли мои персонажи здесь. Наверное, возьмем с тобой Железноголового еще и Майки. В общем, Зэк попробует замедлить их. Главное, чтобы Железноголовый успел встать в стойку, в провокацию, да? И может быть тогда у нас еще будет шанс. Но здесь Донателло у врагов, вот он стоит. Нам нужно, нет, давай-ка вначале бросим бомбочку. А теперь нам надо как-то его ушатать. А вот как? Давай еще одну масуху влепим. Сможем ли мы заморозить? Заморозка, отлично. Так, теперь бомбим Железноголовым. Отличненько, друзья мои, прошли. Я, честно говоря, немножко побаивался, что все выйдет из-под контроля. Но у нас тут все с тобой получилось. И куда же меня перекинут? Блин, 30-я позиция, всего лишь 10 ступенек перелетел. Этого очень мало. Ладно, Бленда что ли взять? Или же Кимми? Нет, я возьму Бленда. Но героев у меня все меньше, меньше и меньше. Так, здесь 65-й, 68-й уровень. Раз, два. Возьмем, наверное, с тобой сюда Рафаэля. И вот так вот. Не знаю, что из этого получится. Какая-то каша у нас получается здесь. Разносолка. Имба здесь только Рафаэль. Все, остальные, можно сказать, слабенькие. И вот они начинают. Начинают с их суператак. Смотри-ка, как Рафаэлю досталось. Ничего себе. Так, Шердер, успокойся. Да блин, ё-моё. Ну ж почему у них такая инициатива? Вот с чего вдруг? Вот объясни мне, а? Давай, каждый еще сходи. Ну-ка. Да выживи, выживи. Блин, а есть ли смысл нам ставить Тимати в провокацию? Я думаю, нет. Просто с тобой давай ушатаем его, да? Хотя тут Донателло еще будет ходить. Ладно, попробуем. Майки минус. Теперь что? Наверное, сделаем с тобой баф массовый. Так и хотят нейтрализатором меня уничтожить, а? Ты посмотри на них. В плане, я вообще-то думал, что Микеланджело упадет. Ха, а ему по барабану, он сидит себе, как ни в чем не бывало. Вешает на себя иммунитет, точнее, на всех. Шреддер хилит. Блин, я совсем забыл, что этот Шреддер может хилять. Я думал, что у них только Пит. Ну нет, я ошибся. Так, давай, врежка ему. А теперь, ну, давай попробуем просто ударить. Слабо. Это очень слабо. Ну это вообще никуда не годится. Рафаэль, давай, начинай их уже бомбить здесь. По одному. Так, что бы нам сделать? Давай попробуем, наверное, ударить хвостом. Может, у нас получится вырубить. Е, минус Донни. Так, вон того хлопчика, наверное, тоже с тобой ушатаем. Хотя, по идее, нам нужно... Блин, нам нужно уничтожить с тобой Шреддера. Зачем я сделал апперкот, если у него... А, мы его пробили. Просто у него был иммунитет, поэтому постепенно урон, естественно, мы бы не повесили. Так, и остается один хлопчик. Я не знаю, получится ли у нас... Е! Господи, я думал, что кого-нибудь потеряем. Но, как видишь, все удачно. И это меня радует. Соответственно, мы с тобой переходим на какую? 20-ю позицию? О, 16-е даже, ну наконец-то. Но все равно, как ты понимаешь, у меня очень мало героев. Так, возьмем, наверное, с тобой Мишку, да, Михаила. Хотя, по идее, надо было бы брать Софию, но я вряд ли потяну. Усаги, Крис Брэдфорд, Муха. И придется, наверное, брать вот этих двоих парней. Это будет последний у нас с тобой бой на сегодня. Я имею в виду именно на лиге. Потом пойдем на испытание. А испытание ты сам знаешь какое.
Девичья сила, да-да, именно оно. Так, покрутились, покружились, постепенно урон повесили, но не на всех, как ты видишь. Так, Карайка еще набила копье, да? Постепенный урон. Микеланджело вражеский отдуплился. Этот делает иммунитет. А мы продолжаем, и нам нужно с тобой вырубить кого? По идее, сейчас будет ходить кабан. Ну-ка, уже не будет. Сплинтер делает баф. А мы с тобой сюрики, конечно же. И остается Микеланджело. И мы его, естественно, ушатываем. Все, ребята, проще не бывает. Мне понравилось. Жалко, конечно, закругляться с лигой. И я так понимаю, мы не перейдем с тобой, да? В мастер 2 звезды. Нам буквально чуть-чуть не хватит. Это можно сделать, конечно, другим способом. Купить откаты. Там, по-моему, 250 бакинских стоит 10 откатиков. Но мне нужно вот эти покупать. Телепорты. Поэтому, ребят, трачу именно на них баксы. Все равно у нас еще времени много. Мы успеем с тобой здесь прокачаться достаточно хорошо. Ну, а теперь пора идти нам на испытание. Девичья сила, естественно. Так, у нас здесь Карайка, Эйприл, Карайка-змея, ну, морзильная кошка. Вот, начинаются персонажи у нас именно Салапекс, потом Шинигами и Кунаичи, которые мне нужны. Но самое интересное, кого мне здесь дадут. О, вся имба, да? Это говорит только об одном, что мы с тобой здесь все разрулим по полной программе. Так, давай-ка мы, наверное... А кого нам тут поменять? Да, в принципе, тут даже и менять никого не надо. Вот такой командой мы с тобой и пойдем. Правда, Зека можно было бы поменять на Железноголового. Ну, тут сам понимаешь, первые уровни довольно легкие. Поэтому, конечно же, будем ставить с тобой автобой. И все это дело разруливать. Да, друзья мои, сегодня у меня заканчивается выходной. Я в ночь выхожу на работу, поэтому два дня вряд ли будут какие-то новые видосики. Ну, а потом будет, конечно же, длинный выходной, и там уже будем с вами строчить. Тем более, как говорится, уже есть что нам снимать. Как вы помните, да, на втором канале мы прошли с вами игру буквально вчера. Армия зомби 4, и теперь будем с вами проходить, наверное, битва за Нейборвиль. Ну, и я не знаю, может быть, будем что-нибудь новенькое искать. Также еще Деспирадо нужно допройти. В общем, есть что снимать, так что, ребят, заходите, подписывайтесь и смотрите. Ну что же, погнали. Это уже 20 уровень, ну, опять же, сосунки, как ты понимаешь, да? Всех разбомбим, училки, тоже 20 уровня, для нас это вообще никакая не проблема. Но это испытание я пройду полностью, это факт. Такой командой и не выиграть, это будет смешно. Так, минус Тля, минус Эйприл. Минус Карачка и бронированные тараканы. Одни за другими. Отправляется в никуда. Ну что, мы переходим с тобой дальше. И кто у нас там будет? Кого ДНК даваться? Покажите, пожалуйста. Так, Эйприл получили мы. Ага, змея Карайка и морозильная кошка. То есть два ненужных пока еще нам персонажа здесь будут ДНК выпадать. А дальше уже да, там пойдет Алапекс, Шинигами. Многие спрашивают, зачем тебе нужны слабые персонажи, типа такие как Шинигами или там еще кто-нибудь. Ну, ребят, дело не в том, что нужны они мне или нет. Я просто хочу собрать полностью свою коллекцию и прокачать ее до платинового ранга. Я представляю, сколько на это будет убито времени. Но зато, я вот не знаю, есть ли в этой игре какой-нибудь человек, который без доната и без всего смог прокачать всех персонажей в платиновый ранг. Ну, просто вот интересно, ради любопытства. И мало того, что в платиновый ранг, еще прокачать сотый уровень всем, да? И все скиллы до седьмой ступени. Вот это было бы прикольно. Но только чтобы честно, без взлома, без всего. Наверное, нету, мне кажется. А если есть, то я представляю, сколько он на это убил времени. Ну, лет 5, наверное. Ну, а что ты удивляешься, да? Ты посмотри, сколько нужно платиновых оскоков, чтобы прокачать персонажа в платиновый ранг. Это как минимум нужно месяц драться, чтобы накопить осколки. Это только на одного персонажа. А у тебя их видел сколько? Ну, вот, теперь делай выводы.
Так, ладно, с этими ребятами мы сейчас тут разберемся. Кунаичи, ты... Опа, готово. И, ну да, конечно же, здесь у нас супер-дрон. Маленькая девочка, да, которая хоп-хоп-хоп трансформируется. Вот до сих пор не могу понять, как она это сделала. Тут любые эти отдыхают. Трансформеры, да? В общем, подбили мы этого босса. Ну, понятное дело, что он был самый первый, самый легкий, самый ватный. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. И у нас будет морозильная кошка, да? ДНК. А, вот у нас ДНК на морозилку. Значит, теперь, да, самое то, что нужно. То есть Алапекс, Шинигами и так далее и тому подобное. То есть три боя всего лишь остается у нас. Опять же, ставлю на автобой. Тут особо, как говорится, даже не стоит думать. За тебя все делают наши бойцы. Потому что они 80 уровня. Это как минимум. Хотя, подожди-ка. Ну да. Кстати, надо будет Рафаэля-то поднять до 90 уровня. Что-то он как-то подзавис у нас, да? Ни туда, ни сюда. Глаз болит на это смотреть. Как говорят перфекционисты. Так, ну что, у нас третья волна. Сейчас мы здесь ушатаем. Правильно, вот так надо уничтожать в первую очередь грибы. Молодцы. Так, даже уклонение не помогло. Бомбочка. Так. Ну, с крысами справились. И последняя волна, кто у нас тут? Шинигами, Карайка, Алапекс и морозильная кошка собственной персоной. Ну, майки, ну зачем танцы-то не нужны здесь? Можно было бы на изи их разобрать без каких-либо проблем. Ну, еще ему захотелось повыпендриваться. Угу. Шинигами. Ну да, Шинигами. Захотела его загипнотизировать, но я так понимаю, что она не попала даже, да? Так, ну что, ребятушки, ушатываем. Все, проще некуда. И это мы получаем с тобой ДНК на Алапекс. Пойдем теперь добывать ДНК на Шинигами. Кстати, надо... А, у нас, смотри, 685 жетонов. Мне бы не забыть после боя все это дело потратить. Мы с тобой, знаешь, что сегодня сделаем? Купим 2 ДНК, точнее, там сколько? 3 ДНК, да? На Рафаэля, ролевой... И прапаем его сегодня. Надеюсь, прапаем. Хватит ли у меня там мутагена, посмотрим, короче. И это будет круто. Он, по-моему, получает у нас то ли 4-ю золотую звезду, то ли 5-ю, я вот сейчас и не припомню. Но, по-моему, все-таки он у нас уже в золоте. Сейчас мы эти боевки с тобой отыграем и посмотрим. Так, Зек ушатал. Усаги тоже молодец. Видишь, 60 уровень для нас вообще практически никто. Особенно вот эти вот стрелозады. И что меня больше всего удивляет, почему они не применяют свои массовые атаки, да? Так же было бы намного быстрее. Бросил бомбочку, отряд упал. То же самое Лео сделал вертушку, все, отряд упал. Нет, они бьют обычными одиночными ударами. Это как-то не очень хорошо. Видишь, Рафаэль берет провокацию. Зачем она здесь, ума не приложу. Ладно, раз они так хотят, пускай так и делают. Так, двойная атака. Минус Шинигами. Минус Алапекс. Так, Кунаичи бросает веер. За что поплатится? А, этот хилять будет, нет? О, комочек бросил, ты посмотри. Еще и оглушил. Все, морозилка минус. И Кунаичи, как видишь, тоже упала. Так, ну что, это у нас, ребята, опять же босс. Опять же тот же самый трансформер, который тут стоит, которым управляет маленький Крэнк. Как бы мне хотелось ему самому надавать люлей. Так, Усаги бомбит. Неплохо, четверть хп сразу с удара. О, у Лео вертушку делает. И кто добьет? Кто будет замыкающим у нас? Ну, конечно же, Рафаэль. Потому что он контратаку сделал. Вот и все, друзья мои. Доплясался этот босс. Ну что же, мы с вами получаем ДНК на Шинигами и идем на последний самый бой. Это у нас Эйприл. Эйприл Кунаичи, естественно, а не какая-то там Эйприл обычная. Так, ну что, я, наверное, буду этот бой сам играть. Хочется мне тут им люлей подавать маленечко. Так, вот смотри, бросим с тобой бомбочку. Ну ты видишь, насколько эффективнее массовые атаки. Так, минус дрон. И стрелозад тоже падает.
Переходим с вами на вторую волну. Оу. Вот здесь бы не помешала бы на самом деле вертушка от Леонардо, потому что здесь очень много противников. Они ватные, но слишком долго с ними тут разбираться приходится, понимаешь? Так, а если я, например, сделаю баф? Если у нас повесится контратака, это будет классно. Контратака только лишь на Рафаэля выпала. Очень печально, на самом деле. О, промахиваются они, да? Даже не могут попасть почему-то. Но усиленная атака сделала, как говорится, свои плоды. Тут меткость понизили и добиваем. Переходим на третью волну. Так, училки, да? Да я думаю, мы не будем с ними тут особо люлюкаться. Вот и все. И на четвертой волне у нас, ну, вся та же самая команда, которая была в прошлый раз. Давай-ка я сделаю вот так вот. Усилим свою команду. Причем по полной программе. Карайка, наверное, сейчас... Нет, нет, дуплица. А если так? Угу. Через две атаки Алапекс начинает выпендриваться. Это на кого сейчас бьет? Усаги решила, да? Побомбить мне. Так, морозильную кошку вырубим. Дальше попробуем пробить с тобой шинигами. Отлично. Так, Эйпил хорош тут своими ножками. Ай-яй-яй, не добил, да? Зэк с вертушки убивает Алапекс. И мы с тобой, наверное, скорее всего, сейчас все, пробили. Идем опять же к боссу. Но этот босс для нас вата, ничего не сделает. Мы с тобой, если успеем сейчас, конечно, применить уклонение, обязательно будем. Так, ну что, дрон? Можем взять провокацию. Только зачем? Она нам не нужна здесь. Постепенный урон не повесили. Двойная атака. В принципе, он сейчас, наверное, упадет. Все. Самый простенький, друзья мои, босс из всех, которых я знаю. Кстати, мы что-то давно с вами не встречались с Химерой. Что-то я, если честно, даже не припомню, когда мы в последний раз с ней вообще дрались. Ну что же, Эйприл Кунаичи нам достается. И это испытание у нас пройдено от курочки до курочки. Так, теперь бежим с тобой в магазин. Здесь мы ничего не сможем приобрести. А вот тут... А вот тут что такое? Да не хочу ничего тратить. Вот тут, друзья мои, мы с вами... Атя! А вот он, и Рафаэльчик у нас, как говорится, в кармане. Так, у нас что-нибудь по жетонам. Так, 47. Будем, наверное, с тобой... Погоди-ка. Ох, ничего себе, у нас можно... И Рафаэля Космос, да? И также Леонардо, оригинал, 75 и 75 монет. Слушай, вот это прикольно. Два персонажа уже близки к тому, чтобы прапаться. Ну а мы с тобой идем в список. И, ага, ребята, почему я все время думал, что он в золотом ранге? Он еще в серебре, оказывается. Он получает только лишь четвертую серебряную звезду, и у него открывается новая пассивка. Варварское усиление. Раф получает благословение предков варваров. Скорость увеличивается на 5% на время боя. То есть на постоянку, да? Это хорошо. Это очень, кстати, хорошо, ребят. Так, ну что, он 30 уровня. У нас есть твой мутаген. Давай его хотя бы до 30... До 40-го. Вот так вот. Заслужил. Каждый персонаж, который у нас с вами, да, прокачивается, сразу получает бонус в виде получения уровня. Ну что же, Рафаэль, я тебя поздравляю. Надеюсь, в нашей команде ты себя проявишь в дальнейшем. А что дальше нам делать с тобой? А дальше нам нечего, только лишь распылять лишние ДНК. И поэтому ребята, которые пишут: Рэй, а почему там такая-то игра у тебя 40 минут идет, а, например, черепашки-ниндзя всего лишь 20-25 минут? Ребят, ну потому что, что я успеваю сделать, то и записываю. А что тут еще делать? Больше нечего. Надо ждать время, когда у тебя будут откаты, когда у тебя вернутся все бойцы, когда ты можешь выйти на арену, опять подраться, когда ты можешь пройти какое-то испытание, как, например, на этой неделе, да, Супер Шреддер будет разыгрываться, обязательно надо будет фармить его. Причем усиленно фармить. Нам нужно с вами 99 ДНК для того, чтобы перевести его на последний золотой пятизвездочный ранг. 99.
ДНК. Это очень сложно набрать, тем более испытания на Супер Шреддера выпадают не так часто. Так что будем с тобой пыхтеть. Так. Ну, наверное, в принципе, и все. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.